Привет, мои дорогие! Решила начать это видео с такого прекрасного вида. Зелень, горы, солнце. Мы едем немного поработать. Нам нужно отснять дом, который находится в горах, в часе езды от нас. Это такой дом, можно сказать, дачного типа. То есть там не живут, туда приезжают просто отдохнуть от суеты, посмотреть на природу, шикарный вид. Вот туда мы и едем. Я, кстати, совсем забыла, что у меня муж сделал буквально день назад лазерную шлифовку. Не смогла я его отговорить, но это я потом еще расскажу. Пока буду показывать вам процесс съемок немножко, что из этого получится. Во второй части этого видео будет квартира, которая меня просто поразила и захотела тоже с вами поделиться своими эмоциями. А пока смотрим, едем к домику в горах. Всегда вам показываю, потому что, чтобы вы понимали, это всегда для двух машин. Когда кто-то навстречу приезжает, то это... Здесь вид. Мне нужна какая-нибудь куртка. Не знаю, у меня тут есть с собой. Ой. Здесь мало что можно сделать, если честно, с видео. Потому что такое все старенькое. И такой домик стоит полмиллиона евро, чтобы вы понимали. Там есть еще второй этаж. Вот здесь очереди. Ой, такой дачный домик. Он, вы знаете, у меня бабушки похожий, которую она тоже сама строила. Ну вот, короче, у нас есть час времени, чтобы вернуться обратно. И через час 10 мне нужно забирать ребенка из садика. Поэтому так и получается все быстро-быстро. А, сейчас вам покажу, что у меня получилось, маленькую часть, да? Не он тут, где там. Thank you.
quindi per quello che stiamo facendo, tirando dentro tutti gli oggetti. E dai, посмотрите на моего мужа, который сделал вчера лазер. Как бы я ему не говорила, что это плохо. И теперь он должен наносить защиту 50 по 4 раза в день, потому что у нас здесь уже, как вы понимаете, солнце и лето, и вообще это самый солнечный регион. Вот. И, кстати, здесь мы, когда сюда заезжали, видела странный знак с лягушками, что типа осторожно лягушки. Он был в другом направлении. Сейчас посмотрим, в этом направлении есть он или нет. Знака лягушек я так и не нашла. Первый раз такое видела. Хотела вам напомнить, не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал, поставить значок уведомления, чтобы не пропускать видео. И если не трудно, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Мы поехали уже забирать дочку из садика и решили, что попробуем первый раз поехать отснять немножко материала с ней, чтобы не с ней побыла, а я пока буду снимать. Ну, хотя посмотреть, получится ли у нас в таких вот в непредвиденных обстоятельствах поработать. Итак, мои дорогие, пришлось мне отдельно дозаписывать видео по поводу полосок для отбеливания зубов. И я решила уже, ладно, отвечу тогда всем сразу, потому что там я упомянула вскользь, когда мы собирались в Милан. Для меня эти полоски — это незаменимая вещь. Когда делать макияж или собираться на какое-нибудь красивое мероприятие, я без них просто не обхожусь. В каждой сумке есть, потому что это очень удобно. Я не была уверена, что сейчас, если их доставляют все еще в Европу или нет, все доставляют, все проверено. Помните, я вам рассказывала про полоски с iHerb? Так вот, я после того, как их один раз использовала, у меня зубы ныли еще 2 недели, потому что у меня очень чувствительные зубы, и я знаю, что мне подходят только вот полосочки мои любимые. Это Rigel, это единственное, ребят, вот это единственное, что подходит. Если у вас такие же чувствительные зубки, как у меня, то это ваше спасение. И если вы хотите, чтобы они у вас были беленькими. Потому что мне даже мой стоматолог, он мне говорит, что у тебя зубы пластилиновые, они очень мягкие, и мне противопоказаны любые отбеливания. И это реально, это единственное, что меня спасает, потому что винеров у меня нет, винеров, или как они называются, а хочется, чтобы зубки были белыми. Так вот, ладно, расскажу поподробнее. Во-первых, это моментальный эффект. Я в конце наклею вам, чтобы показать. То есть уже после первого применения вы увидите, что у вас зубки немножко белее стали. Очень удобно. Вы можете сделать в машине, вы можете сделать, пока бежите куда-то, я не знаю, в магазин, пока дома сидите, пока краситесь, потому что другие полоски, они там, их нужно что-то отклеивать, их нужно куда-то выплевывать, неудобно разговаривать, они могут, от них могут пощипывать, это неприятные ощущения. От этих полосочек вообще нет никаких неприятных ощущений. Ты их наклеил, тебе с ними ничего не нужно делать. Они сами растворяются через 15-20 минут и оставляют тебе просто такое свежее дыхание, что очень здорово. Это, знаете, и жвачкой не надо пользоваться. То есть для меня это эффект потрясающий. Если я знаю, что мне нужно куда-то бежать, я из сумочки просто достаю, раз наклеила, быстренько, через 10 минут они у меня уже растворяются даже, и у меня сразу же зубки белее и свежее дыхание, то есть, ну, как бы, идеально, 2 в 1. Они удаляют и зубной налет и оказывают плюс антисептическое действие, и плюс они не содержат перекиси водорода, что для меня очень важно, и всяких опасных жестких веществ, которые разрушают зубную эмаль. И опять же повторюсь, для чувствительных зубов это просто находка. В описании все платформы, где их можно найти, это Wildberries, это Ozon, чтобы можно было их заказать. В Европе они тоже делают доставку. Для отбеливания зубов вам нужно, получается, 2 коробки и использовать их утром и вечером. И 3-ю можно взять, чтобы использовать, как я. То есть я сделала курс, и потом я их использую просто для поддержания эффекта. И хорошо, что у них сейчас акция действует. 3 коробочки по цене 1. И также можно взять по промо-цене, по специальной цене только 1 коробку, если вы хотите просто попробовать. Любимые реально мои полоски, и вы знаете, что я вам советую только то, чем сама реально пользуюсь. Давайте покажу, как они действуют. То есть мы берем упаковочку, и здесь есть где стрелочки, ты их вот так вот просто, получается, здесь 1 полоска.
наклеиваете на верхние зубы и вторую на нижние. Они сразу же начинают растворяться. Вот вы сейчас, у меня секунда прошла, я еще немножко шепелявлю, потому что полосочки есть, но они начинают растворяться сразу же. И покажу вам буквально через 5 минут, пока буду собираться выезжать. Итак, ребятки, прошло буквально 5 минут. Мне кажется, вы можете видеть этот мгновенный результат, про который я говорю. В общем, я рекомендую, переходите по ссылочкам под видео. И продолжаем наше видео, пока. Так, нам пришлось заехать за ребенком, продолжать уже с ребенком. Okay, can you tell me, is this one? Or it's a private dog here. Oh, here. Is this no? No, this is the first one. This is nice apartment, huh? This is nice one. Офигенная квартира. Тебе нравится, Заюш? Да. Переезжаем сюда? Да. Покупаем? Me, I would love to live here. It's really beautiful. Я первый раз видела эту квартиру, и я вам серьезно скажу, я не ожидала, что она мне настолько понравится, потому что мы каких только квартир не видели, в 2-3 раза дороже, и виллы с садами, с огромными террасами, с видом, но эта, она настолько какая-то воздушная, легкая, такая шик просто, с огромными потолками, с высокими окнами, дают какую-то атмосферу прям... Мне безумно понравилось. Я не ожидала, что мне настолько понравится эта квартира. Потому что мужу она не очень нравится. Просто я влюбилась. Смотрите, какой потолок. Это сад. Короче, я не могу. Я хочу эту квартиру. Она идеальна. Это вторая квартира, которая мне действительно так сильно нравится. Из всего, что у нас есть. Блин, потолки просто... Тебе нравится здесь? Ну, у меня есть идея, кому может подойти эта квартира, потому что она реально шикарная. И прям вообще шикарная-шикарная. Я прям не могу на нее насмотреться. Идеальная. Это реально квартира моей мечты. Я сейчас вам покажу. Это нормально, я не показала ничего. В общем, она стоит 1 000 000. Значит, это главная спальня. Из нее, кстати, можно выйти. Здесь можно сделать джакузи, шезлонги. Все разложить для летнего отдыха. Потом... Ой, я вам не с того начала осмотр. В общем, смотрите, это главная входная дверь. Отсюда мы заходим. Здесь шкафчики для верхней одежды, для обуви. Сразу же санузел для гостей с душем, с таким прекрасным зеркалом, с такой прекрасной раковиной, очень все красиво. Комната для гостей или, может быть, комната для, как кабинет, или, в общем, она вдалеке находится от основной спальни, поэтому или как для гостей, или для кабинета хорошо будет. Смотреться потом дальше. Вот эта шикарная гостиная, огромная, с огромными потолками, ребят. И здесь, значит, камин. К
кухня, где есть уже все, холодильник, плита, духовка. Вот плита. Такой вид. Здесь можно сделать сад, можно вообще сделать всю зеленью. Маленький садик, веранда со столиком, пустить виноградную лозу. А можно сделать зону для летнего отдыха, джакузи, всякие шезлонги поставить. Здесь будет вода. Вот красивый такой кран уже приготовлен. Все из камня. Вот территория огромная. Я вам дальше еще не показала. Еще одна спальня. Санузел еще один с ванной. Много места для всего, все, что вам нужно. Есть такая вот шикарнейшая просто спальня для main bedroom. Мне сейчас нужно отсюда запустить дрончика, чтобы он полетел. Здесь выйдете, может быть, тоже выход сразу же на частную территорию. Вообще потрясающая квартира, я в полнейшем восторге, особенно от потолков, потому что в Швейцарии такие высокие потолки – это редкость. Вообще потрясающая квартира. Я не знаю, я сейчас буду это все снимать. Ну все, приехали домой. Забежали, Мелиза хотела покушать. Я свои тапочки все-таки выгуливаю. Пойдем в магазин, пойдем в аптеку и пойдем на площадку. Вот такой план. Мне легче пока с коляской, потому что я туда продукты складываю. Слушайте, я, кстати, на Алике заказала Амели такую игрушку клевую. Вот смотрите, там куча животных. Она обожает морских всяких животных, то есть у нее любимые вообще звери — это акула, она обожает всяких осьминожек, медуз, вообще всех. И я нашла такую игрушку, где они разных все цветов, маленькие фигурки, и еще стоят такие вазочки, вам даются пластмассовые, пластиковые, и вы должны распределить пинцетом всех этих животных в каждую свою вазочку цвета. Боже мой, это единственная, это первая игра, в которой у меня ребенок играет второй день подряд, просто не отрываясь. Она даже с собой их взяла всех. Это просто какая-то... Хотя у нас игр, вы не представляете, и на сортировку, и на цвета, и на все что угодно. Но вот это вот все вместе из серии, и цвета, и сортировать их можно... То есть, типа, цветам, и сколько посчитать, и одни в эту, и каждого цвета в одну вазочку. Короче, столько разных интерпретаций. У меня уже ребенок этой игры придумал. Я хотела рассказать, это было. Амели, возьми, сейчас, подожди. Пойдем туда. Сейчас мама чуть-чуть поснимает здесь, хорошо? Возьми свои игрушки. Так, ну-ка, спрячься в любой комнате, прячься. А мама тебя будет искать. Ну, искать. Кто не спрятался, я не виновата. Где же Амели? В общем, мы опять в квартире моей мечты. Сейчас будем с Амели нашим друзьям ее показывать. Вот. Хотела вам еще раз показать. Знаете, что мне в ней понравилось больше всего? Я только недавно поняла. Это вот эти вот то, что она современная, но в таком классическом итальянском стиле, потому что снаружи красивые окна, ставни. И, но в то же самое время
Смотрите-ка, сколько света. Короче, хожу, облизываюсь. Вот поставили фонтанчик уже. Что это за выражение лица? А еще здесь уже установили не только воду, но и цветы красивые. Вот, и смотрите, даже здесь уже цветы. Вьюнок какой-то повесили. Я не разбираюсь в цветах, не знаю, что это, но уже видите, как повесили. Уже... Вот, с цветочками еще лучше выглядит. Может, пойдем кофточку оденем, Эмили? Окей. Ну что, мои дорогие, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что вам было интересно. Не забудьте, пожалуйста, поставить пальчик вверх. И кто еще не подписан на канал, не забудьте подписаться. Вот такая была практически квартира моей мечты. Она мне очень понравилась. И, ну, там есть еще одна квартира, которая мне понравилась еще больше. Нужно будет ее отснять. Я ее вам как-то показывала в большом видео о квартирах в Швейцарии за разные цены. Вот. Так и проходят наши дни рабочие, точнее, мои рабочие дни. Ездить, отснять, смонтировать. Если получится, есть время на Ютубе тоже что-то сделать. Ну и времени не так много, потому что у меня ребенок в садике до часу дня только, поэтому не совсем много всего успеваю. Вот. С сентября вроде бы она должна идти уже в садик до 3 часов дня. Я думаю, будет еще лучше. Вот. Так что всем пока. Встретимся в новом видео. Желаю вам прекраснейшего дня. Целую, обнимаю. Белочка вас тоже сейчас будет обнимать.